Привет! Привет! Всем привет! Итак, стаял уже весь снег, а это значит, что пора менять колеса. Сегодня мы поменяем колеса и узнаем, как можно быстро поменять одно колесо. И постараемся уложиться в минимальное возможное время. Что для этого будет нужно, какие инструменты будем использовать. И узнаем, сколько вообще нужно время потратить на то, чтобы полностью переобуть свою машину на летний сезон. Оставайтесь с нами, вперед! Итак, что же нам понадобится? Конечно же, домкрат. Две подставки под колеса. Я все равно поставил на скорость, но это не помешает, потому что безопасность прежде всего. Но таким домкратом мы будем долго крутить. Он подходит разве что для экстренной замены колеса в случае прокола на дороге. Всегда должен быть с вами в багажнике. Использовать мы будем вот этого красавца. Начнем на примере одного колеса. Раз 18-20 будет точно. Для того, чтобы максимально быстро не поменять все колеса, я разложил их уже по местам, как делаю в Формуле 1. Только снял, поставил сразу другое. Баллонник идет в комплекте с машины. И я использовал вот такую трубу, как небольшое усиление. Так, 18-20 мы начнем. Поехали. Демонтируем крышку. Срываем гайки, одну за одной. Можно, конечно, еще больше ускориться, если будет пневматический пистолет. Или сейчас уже продаются электрические. Последняя гайка всегда нужно придерживать. Беглый осмотр. Ничего ли не подтекает. Все в порядке. Не затягивай до конца. Главное, чтобы она просто держалась. Это вторая. Затягиваем их, понимаем, что они на своем месте, они правильно держат колеса. Все. Опустили домкрат. Теперь затягиваем гайки. Затягиваем их крестиком. Все. 4 минуты 40 секунд. Следующий. Порядок. Конечно, вот она. За зиму коррозия. Осмотр. Все резинки в порядке. Кстати, здесь стояла раньше резинка, не оригинальная. Рвалась раз в год. Поставили оригинальную, все, больше не рвется. Отлично. Пускаем машину. Убедившись, ни инструмент, ни руки не попали под колеса. И переезжаем дальше. Кстати, наколенник выручает очень хорошо. На тот случай, если вдруг сорвется домкрат, лучше колесо сюда подкладывать под машину. То же самое. Есть. Итак, за 18.42
по одной минуте потратил лишние на колеса, чтобы их оторвать. Конечно, я немного утомился, но результат того стоил. Ура! Как подготовить зимние колеса? Берешь отвертку. Да. Проходишь каждое колесо. Да, если вдруг есть камушки. Да, есть щебеночка, просто убираешь ее. Колесики тебе потом за это скажут спасибо, да? Угу. О, сколько их набилось. Несчастнушки. Порядок. Первое есть. А можно я второе? Можно. Ты его не поднимай только, а вот так вот катай. Катай и смотри где. Увидел камушек сразу, его раз. А вот еще. Молодец. Так. Угу. Порядок. Тем самым нам поможет мойка привести в порядок наши колесики. Минуты 22. А ты свои сколько минут?
Так же.